Романтическую фотосессию устроила бывшая пассия принца Гарри, актриса Джанна Коулман в Кенсингтонском дворце, который является домом королевской семьи. Снимки девушки в доме бывшего парня появились на обложке Harper's Bazaar UK. Больше по теме принц Гарри в шутку спросил у Меган Маркл, от него ли ребенок члены королевской семьи удивили общественность своим чувством юмора. Принц Гарри ухаживал за актрисой в 2015 году. В то же время Коулман начала общаться с Томом Хьюзом и в итоге предпочла его, а не Гарри. Подруга звезды призналась, что девушка поняла, что у нее больше общего с актером, чем с принцем. Общается ли она со своим бывшим поклонником сейчас, неизвестно. Однако СМИ сочли ее фотосессию несколько неловкой. Как передает Cosmopolitan, Кенсингтонский дворец огромен, поэтому шансы на то, что Гарри мог встретиться с Дженной во время съемок, минимальны. Но, по-видимому, их последняя встреча во время завтрака в Soho House в октябре была очень напряженной, тогда Гарри должен был пройти мимо Дженны, чтобы добраться до их с Меган стола. Гарри при этом смотрел строго перед собой, и кажется, ему было неудобно.